День семейного спорта отметили в Кустанае. В массовом лыжном забеге приняли участие школьники, студенты районов и городов области, трудовые коллективы, ветераны спорта и любители активного образа жизни. К забегу присоединился и аким области Кумар Аксакалов. Весеннее воскресное утро всех любителей активного образа жизни началось на лыжной базе в Кустанае. Здесь жители городов и районов области отметили День семейного спорта. Дети и их родители дружно делают зарядку. Впереди их ждет массовый лыжный забег на дистанцию в 1 километр. В мероприятии принял участие и аким области Кумар Аксакалов. В современном мире очень важно уделить время родным и близким. Спорт всегда объединяет семью, отметил глава региона. У нас тем более прекрасные условия для проведения вот таких вот активных зимних семейных мероприятий. В ДЮСШ занимается 12 тысяч детей, которые выбрали зимний вид спорта. Из них 7 тысяч – это лыжники. Наша задача, конечно же, обеспечить спортивной инфраструктурой. Мы сейчас во всех районных центрах строим физкультурно-оздоровительные комплексы. В прошлом году закончили 3 физкультурных оздоровительных комплекса. В этом году завершаем 10. Эстафету массового забега регион принял у соседней Акмолинской области. В свою очередь наши земляки передадут ее жителям Североказахстанской области. Настроение замечательное. Мы пришли поболеть, посоревноваться, привели деток с родителями. У нас родители подключились. Но надеемся, сегодня получим заряд бодрости и здоровья. Мероприятие замечательное. Здоровый образ жизни, спорт объединяет семью. Ура, мы вместе! 15-летний Николай Жилик, чтобы принять участие в массовом забеге, приехал из Кустанайского района. 1 километр для спортсмена – любительская дистанция. Однако атмосфера дружбы и семейного праздника сегодня важнее победы, говорит юноша. Мне очень нравится этот вид спорта. Я мечтал им заняться с 5 лет. И вот только год, в прошлом году только начал заниматься им. Всего провели 3 старта. Первыми на лыжи встали учащиеся школ и колледжей. Следующими дистанцию прошли любители спорта старше 40 лет. Заключительный круг пробежали участники от 18 до 39 лет. Приехали к нам близлежащие регионы, так скажем, в пределах 100 километров. Это Миндыгоринский район, Алтынсаринский район, Рудный. Были здесь Кустанайский район, Федоровский район. Порядка более 500 участников. После первого забега до 17 лет, который мы запустили, вот это самый такой массовый был забег, много было у нас детей. Ожидал сюрприз, все получили сертификаты от первой спортивной школы на посещение в летний период, в каникулы, абонемента на посещение плавательного бассейна. Кумар Аксакалов также принял участие в массовом лыжном забеге, ну а после встретился с ветеранами спорта и призерами различных соревнований. Он отметил, что во всех районах области планируется строительство крытых хоккейных кортов, где будут проводить спортивно-массовые и объединяющие семью мероприятия. Айдана Папанина, Алексей Руденко, телеканал Костанай.